המלכת הקרא, עוד זינר, רון, שאתה, מלחמו, הוא יחזת יום, ובלי שחוס ויום עשוי, ירה לבן שיש קצת שווית הומה, שווית עזר, הפר הבא, שכבר, יבאו ויפרה, ну и хорошо, они пенсии трубницкие, хайбай были бы трубницкие. Она мечтает в день яйку, он взял где, а мы с свалками как бы ялу помер. И хорошо, я хантала, хорошо. А если я нам берем бы трубницкие, хорошо, я вау, ура, рвата. Усер, где хорошо, тахом. Раджа, мачу, брус, рачана, а бас, вдруг Александр Занцевич, гипсии, пошел, вот ящем, а ва, раз, вот она. А ва, другой ялсы, ава яша не родропа, ава и лотава. Ругуялся. И вот сам по ерх занехал, ерх снуцот, вот что, у хашена варча, хузима, у яйцо, я вас. У бребанута, при зара, корула халага, нас сажа, папи хагу, и хабзо, о, махагу. Я рад нас враха программа, которая сатла, хабхва, кио, бри, панцапан, вчера, хаз и шумо, зара, пас и шумо, хашка, у бри, так, Махсабка Сибиана, Кубриза Ахера Махсабка, Гирджира Сапалаба. Я на Олег Исаси, как я как асица, ты Гирджира Сибиана, Гирджира Кукея. Тау. Сыра Фима с Хатырской Эйзе Зигир. Зиграбха, это был Дара Хаджас Варстахов, Амта Пшаану Фихая Зазира. Добрый день, уважаемые соотечественники, земляки, жители Гудаутского района и города Гудаута. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что нашли время встретиться с нами, пришли на эту встречу. Буду рад ответить на все вопросы, которые возникнут у вас. Рукотрек курсаке под зиге, троллейбусы линии наркна, хавлаги беда, убляемца со седлочка шуриджа, первый класс и сон, аж в кузыхна, и рыцарна, первый класс и цей, а хоче первый класс женцо, аж в пия хару, харге, аж кол хтана анталы нханца, убри, аж в пир хазон, ячеге, убри, жебаджук сексисхоту ашпорула ашколы тисот ашколы хочка. Убри шпоры за трижду. Нас обри университета Ганахала. А университет ахочка ашколы ангот 11 класс. Нас и талот а университет а экзамен по тейна. Уй несла агима по хатуру тхай ашей вдруот. Нас университет ача иссыскса апарушуат. А парам шам тирсо. А экзамен нам Аллахи, экзамен на парам шапун, а экзамен на лришдо. А экзамен у дыртидо. Нас в университете нам было рыззыге, а тып курово, тып кызги, а тып бюджи кирова так узыва, а тып кызги узо. А бриоксы здесь версистоху, а бирта айбакос, а бри, и на гзахат асвияна год, Шуску, Маншала, Хунчава, Чар, Аф, Варку, Дасю, Изюго, Арку, Дасю, Вахалай, Афла, Петра, Антака, Вас, и говорит, а что это за Ава? Арку, Дас, Вахалай, Афла, и вот, и как бы он так ты голов, Харк, Дас, и что ты хал, и не за Хунчава, Чар, Хазыге, а жена чела да езерган, у Ханапатана, Белосадат Куса, а жена Хайрадзон, Харьяхдала, и Хияхбо, а Брияхбо на Зеленом Чемеза. Хочба, как с Рейхадом Вортки, нас для школы, что хочба ран, Сара Пилуму с Сахавета, для Хупа, а Хупа, Апа, Яхенте, лучше у нас было так, что ошпадры, что вот рух, как и за все сдерутся. У нас в университете у Бирзе проблема по Гаупу. Среди нас у вас в Харке Апара Шушева Сергея со студентами
Апана Сьон. Тарза, вобре проблема, сипачу я и ему убри. Убри из Охьоке, Зарата, убри я из Малеева, в Арку Кубу. И та, вы на снапках, и та, так по нахцу, и шахат, выйдет из Охьяза, Амандера, Абхан. Убри Абхан, убри Цухола, Абхан, а еще Бахар, вот он, убри Чазахки. Хабшапа, Аджан, Хучба, Хмазар, Ишокнерго, Ами Юбханзе, нас обсмеял Шарапа, Зиншахо, Ера Яхабир, ты был дальше зла пола, убрили Амсаха Псухаадзе, того базара, все сын. Анхарам Зиншба, Атрактор Парова, Ачабуранаю, Хартанхатахатхат, Чира район, Булрыбший район, Апа, Гебра, Кудаута, Гебри, Ейшу. Я отхожу, там хоть я и хала, я и проблемы, я и гирнес. Я и руху, я агарту много там хоть. А бридж глава, что это нас, Александр Золотинский, Ипа, Пснахадес, Ауслалиев, Ванцеге, премьер-министр Стенаазге, Абри Сергей Багарщи или Чуркас, Абра Аглухов, тогда начало импорта за фирмы Абахши Кураки, Ава Аусов Харов, Бургазра. Зеки Шиш Иктар, Тохкана, Эй Тахат Попанцы. А я хайл от Зуха, он шел от Абрыха, но у Сивана Гевна Ханас, Ойги, я нарыкалы. А Раубус Хабьяна год, не хаджаб бухой, вчера Лошара под Хаштер, Чхот Хаштер, убре Браган, под Хаура, Хангурсов Паху. Я и та, на самом Фатшара, Киев, убре Няганер, Апрыха Зимо, я и Ткулан, я и та, на самом Фатшара, программа по Архуя Дурхов, после Бора под Хамов Харьян. Проблемы, которые преследуют наше сельское хозяйство, они не малочисленны. Мы о них знаем, они известны. Это и проблемы с вредными насекомыми, вредителями. Мы не первый регион посещаем Абхазии, не первый район. Недостаточно выделяется средств на эту работу. Недостаточно оперативное взаимодействие с российскими структурами. Мы на различных площадках в Российской Федерации неоднократно ставим эти вопросы. Как правило, нам идут навстречу. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации – это наш достаточно надежный и давний партнер. Но, к сожалению, иногда мы сами не успеваем за той динамикой, не успеваем за договоренностями, которые достигнуты. Поэтому иногда работа не очень эффективна. Если мы добавим в ответственности, добавим оперативно, в оперативности работы, в более ответственной работе, ну тогда следует ожидать каких-то результатов. Звездя, я хотел как-то подчеркнуть, что вас надо работать. А ведь когда забыл, а хочу не отчего-то, а кем зерка, как гебас, йотун. Вы, как видите, алшарабо. У призыка, как работа, захет,
анхаша шибыцха. Яша, это было даша, дара, и тюкехэк, джеба, паракитнес, джеба, паду, обрякум, а инхар, ахахе, гар, алшу, абриаса, паду. Дара, азбуцы. Уважаемый Олег Дуревич, как известно, Олег Борцыц очень большой, у Олега Борцыц очень большой опыт работы. Он большой профессионал, образованный, интеллигентный человек. Это действительно так. Какие у него будут полномочия, как у вице-президента? Очень зависит, хороший вопрос. Белорусского так хостот из Барцари, Белорусского энергетика. С Олегом Мсасовичем мне пришлось по долгу моей службы достаточно плотно и плодотворно работать. Практически во всех тех странах, в которых Олег Мсасович работал, у него были достигнуты высокие результаты. Вы наверняка знаете о том, что ежегодная выставка, которая проводится в Москве, «Золотая осень», и, как правило, Олег Александрович добивается очень высоких результатов и показателей. Действительно, с Олегом Александровичем и в целом со всеми участниками нашей команды мы приняли такое решение, что расширить круг обязанностей и полномочий вице-президента. Вы знаете, сегодня в Конституции там прописано, что вице-президент выполняет отдельные поручения президента. Но мы приняли такое решение, что Олег Александрович будет заниматься инвестициями, это будет заниматься продвижением наших производств, сельхозпроизводств, товаров на международной арене. Вот. Далее он будет заниматься и курировать обязательно образование, значит, за пределами нашей страны. Достаточно большое количество наших молодых людей, которые обучаются как в Российской Федерации и в других странах, непременно это будет включено в его функциональные обязанности. Я представитель председателя русской диаспоры Абхазии, заводчиков Леонид Михайлович. Мне очень приятно присутствовать здесь, я прослушал программы многих кандидатов, но больше всего я понимаю, что здесь находится Александр Золотых. Поэтому я думаю, что ваша победа будет более приятной и более... Единственное, что вот хочу сказать, мне не нравится то, что говорят постоянно о том, что у нас туристическая республика. Я хочу, чтобы она была курортной. Курорт, если мы будем его развивать, он будет круглогодичным. У нас действительно люди круглый год пойдут и круглый год будут приносить, так сказать, инвестиции и все остальное. Это самое главное то, что нам нужно, чтобы круглый год наше население работало. И второе, мне бы хотелось вам сказать, русских в Абхазии 23 тысячи человек. К сожалению, мы уже второй год не представлены ни в парламенте, ни в народных собраниях многих регионов. У нас не только курортная страна, уважаемые мои друзья, коллеги, у нас страна курортная, аграрная и промышленная в том числе. Позвольте вам обратить ваше внимание. У нас угольная промышленность, у нас добывается уголь, у нас работают электростанции. Теперь в части второго вашего вопроса мы обращаем внимание на уменьшение активности наших соотечественников из числа русской общины. Точнее, их отсутствие в
в законодательной и в других ветвях нашей власти. Мы все вместе, мы все сограждане, мы единое целое. И для нас очень важно, для меня в частности, и для моих коллег, очень важно опираться на могучее плечо. И мы обязательно будем думать, мы обязательно придем с вами, в том числе, вот, к решению этих вопросов. Непременно. Конечно, состояние дел в нашей экономике оставляет желать намного лучшего. Наша страна не слишком стабильна экономически, темпы развития экономики и стандарты жизни низкие, к сожалению. Вот если говорить правду. Инфраструктура в тяжелом состоянии. Экономические проблемы, уровень доходов, как я уже сказал, стандарты жизни населения достаточно низкие. Это порождает не только экономического характера проблемы, но и политического и социального. Отсюда много неуверенности нашего общества, нашей молодежи в завтрашнем, невозможность иметь планы на развитие долгосрочные. И поэтому, конечно, это все не добавляет стабильности стране в целом. Ну, многие проблемы уже здесь перечисляли, Олег Юрьевич о них говорил, это куда ни посмотришь, проблемы есть. Проблемы есть в сельском хозяйстве, проблемы есть в различных инфраструктурных проектах, проблемы есть с дорогами. Я уже не раз говорил о том, что особенно для нас чувствительным представляется сельское хозяйство, потому что Абхазия, вот до сегодняшнего дня так было, что Абхазия это по сути аграрная страна. Все наши курорты, курортная сфера, индустрия туризма, это все приложение. Это должно быть хорошим приложением к нашему передовому прогрессивному сельскому хозяйству. К сожалению, сегодня, на сегодняшний момент туризм является одним из локомотивов экономики, но этого недостаточно. Сельское хозяйство находится в достаточно плачевной ситуации. Я это говорю как человек, который на внешнем контуре, за пределами, на внешних рынках планомерно пытается создать условия для того, чтобы наши товары попали на российские и другие рынки, для того, чтобы наши люди зарабатывали деньги, для того, чтобы появился у нас класс производителей, класс собственников, а этот класс, как мы с вами знаем, составляет основу нации, основу государства. К сожалению, все это невозможно без серьезных вливаний. Будет идти вот такое вялое, слабое, неэффективное, развитие его тоже назвать нельзя. Вот такое медленное движение, к сожалению, с непонятным результатом. Для того, чтобы ситуацию изменить, нужны серьезные изменения в банковской сфере, в сфере финансов. Естественно, я могу много говорить, и любой из вас может мне вправе задать вопрос и про коррупцию, и про не очень грамотных чиновников, и вы будете правы. Все это имеет место у нас в Абхазии. Все это имеет место. Да, нужно набрать чиновников, набирать их и раньше, и сейчас, и завтра. Те, которые могут эффективно работать, те, которые будут ответственными, которые не будут рассказывать о каких-то популистских обещаниях, только для того, чтобы подольше задержаться в кресле руководителя того или иного ведомства. Можно построже обращаться с коррупционерами, естественно, коррупция, и не раз мы говорили, Олег Юрьевич и я, что коррупция это та ржавчина, которая разъедает организм государства изнутри. Если хотим двигаться в правильном направлении, в сторону развития, в сторону создания задела для наших детей, для нашего будущего, необходимо с этим поступать решительно. Мы должны говорить друг другу правду, а не, так сказать, пытаться каким-то образом завуалировать существующие проблемы. Без решительных шагов не будет, к сожалению, подвижек в сфере электроэнергетики. Необходимо быстро на это обращать внимание, но самое главное, необходимо изыскивать средства. Я сейчас, может быть, рисую такую непредвыборную картину, может быть, надо было говорить более приятные вещи, но я сознательно этого не буду делать, и мы с Олегом Юрьевичем и с Александром Золотинсковичем
принципиально ведем наш разговор с избирателями таким образом, чтобы не порождать иллюзий, не делать каких-то беспочвенных обещаний, за которые потом было бы нам стыдно. Без серьезных инвестиций и без серьезных собственных денег мы никуда не продвинемся. Мы не сможем в следующий раз отремонтировать вот этот дом культуры. Мы не сможем отремонтировать школы. Мы не сможем содержать наши дороги. Это невозможно, это фантазии. Давайте не будем друг друга обманывать. И педагоги будут со своей скромной маленькой зарплатой жить. И наши врачи будут, и военнослужащие будут получать, и сотрудники милиции будут получать по-прежнему маленькие зарплаты. А что, безопасность? У нас есть своя армия. Она тоже участвует в вопросах организации боеспособности. У нас есть МВД, у нас есть СГБ. И там работают очень много достойных людей. И им тоже надо платить достойные зарплаты. Сколько бы мы ни ругали МВД, сколько бы мы ни ругали за недостатки, а их много, как и везде. Мы должны понимать, люди же стараются, делают, работают. Но надо же их поддержать. Вы посмотрите, наша милиция ходит в разной форме. Иногда не поймешь, как они одеты. Нужны машины? Нужны. Нужен бензин? Нужен. Нужны спецтехника, спецсредства? Нужны. Это все стоит серьезные деньги. Нужна техника на дорогах? Наблюдение за поведением водителей? Нужна. Это тоже деньги. Всюду надо абхазскому государству изыскивать серьезные деньги. Курорт Угагра нужна электроэнергетика? Хорошая, нужна. Пицунди нужна. Огромное число людей мы были там на встрече. Будаути нужна. И здесь тоже там тихо-тихо начинает развиваться курорт. Хотя, уважаемые будаутцы, я как-то на заседании правительства в 2005 году сказал такую реплику. Разоренная не войной Будаута. Разоренная не войной Будаута. Мы Будауту сами разорили. Сами разгромили все объекты. Понимаете? Теперь надо думать, как их восстановить. Где взять пансионат Будаута, где взять санаторий строитель, где взять подобные объекты. Нам нужны отдыхающие? Конечно, нужны. Молодцы, кто построил мини-гостиницы. Молодцы энтузиасты. Хотят возродить традиции. Но надо делать больше. Для того, чтобы в Будауте еще там сделать 2, 3, 4 детских садика, чтобы школы отремонтировать, чтобы были деньги. А про музей было. Люди Чтанаха дезлачаются. Она швабрит обзычку Чатахаса. А музей Ханала был Аргылана. Уже литературовец, специалист, переходу разыгут Баскоя, Анпапы и Юхоцо. Ханалагос капей кофа хамазанаста паса. Капей хамазанаст ханалагос. У вас и хазвит хотана халамгар яхсахасас. У вас и аплан паштан абреевша музей ачунчира яхаргуот. Хашинзинси. Амала Абартачкун Аргашертот, Сергей Аргашертот, а чем вчера Гебриевшего музея было. И Тахаз Рыхц Алла. Но это требует серьезных средств. Или детские сады в Будауте нужны? Нужны. Для 7 с лишним тысяч детей нужны еще детские сады в Абхазии. Для 7 с лишним тысяч детей, которые не ходят в детский сад, потому что нет места. Хпа шимо будатай шапы бахча бусами, чоцы и гоцы. Хпа.
Ва коллектив подарил, взял, воспитал. А? Это сделало абхазское государство с помощью российского государства. Мы просто реализовывали нужные проекты. Вторая школа отремонтирована. Нам нужно все школы города Гудаута, района, всей Абхазии сделать такими. Лёшик Дэнгыла звёнт хэнт, вот хараге хайбабы, а кытан хамьё сара, а кытамьё, а дзэн, а фэнца, а школ, ваге хучбача. И хоть задумал. А губзира вчера, ай, кто-то еще мог, сейчас еще прогуло, а больница захотел. Узгирка хуба гирка районка. У вас там Яна Гота, специалист в Зеку. Пусть лосылый сын, ребята, а хочка у Ростова ехать, что медицинские университеты и институты из им гижу эра. И гижу, а хаим гижу гирасов. Уги взил, ой, анхот. Ва ирцот и бзены, рзаанат ирцот и бзены. Они получат большой опыт. Но для того, чтобы они возвращались, нужны другие условия для работы. Еще один вопрос. Если дело производства будет на абхазском языке, то как вы относитесь к русскому языку? 50% населения РА русскоязычные. Мы к русскому языку относимся очень хорошо. Вы видите, что и гости, и я, в том числе, говорим на русском языке. И сидящие здесь люди очень хорошо знают русский язык. И в Абхазии нет места, где бы не владели русским языком. Я недавно в одном месте сказал, что в беседе с российскими коллегами, когда мы обсуждали проблемы сохранения абхазского языка, я сформулировал так тезис один. Русскому языку в Абхазии ничего не грозит. В Абхазии есть угроза исчезновения абхазского языка. И государство должно этим озаботиться. Как его сохранить? Это чудо вообще, что язык сохранился по сегодняшний день. Многие языки исчезли. Последние 150-160 лет исчез убыхский язык. Он остался только на каких-то носителях. Нет тех, кто говорит на нем. Но мы есть. Даже если наше количество не такое большое. Вот надо эту генетическую память передать другим поколениям, как это сделать. Есть закон, и другие законы есть. Есть желание. Но как это сделать реально? Как это сделать, чтобы тяга к абхазскому языку и знание абхазского языка было и у других, не абхазов, которые живут здесь, у русских, у армян, у других. Как это сделать? Государство должно создать для этого условия. На мой взгляд, лучшим местом для изучения абхазского языка не абхазами являются детские сады. Ребенок маленький мгновенно ухватывает все. Мы проводили эксперименты в городе Сухуми, в городе Гал. Эти эксперименты увенчались успехом. Мы видели, когда детишки быстро начинают усваивать азы абхазского языка. И чем больше будет детских садов, тем лучше будут знать абхазский язык абхазские дети и другие, тем лучше и легче будет им в школе. А то, что делопроизводство будет переводиться, это никак не угрожает русскому языку. Все равно делопроизводство будет в том числе и на русском языке. Дальше. Вы помните железнодорожный кредит, за который усиленно клянут покойного Сергея Васильевича, меня, зачем это надо было, для чего это надо было. Я хочу вообще понять. Нам нужна железная дорога или нет? Как вы думаете, к событиям 2008 года
А то, что они будут, это мы понимали. Не нужна была железная дорога. Вот Олег Нурич, военный человек, он блестяще может дать этому оценку. А не нужна железная дорога, по которой сегодня возят грузы. Лучше, чем это можно сделать на фурах. Наверное, была нужна, но надо было ее поддержать и многие объекты капитально отремонтировать. У любого государства есть внешний долг. Что случилось такого, что у Абхазии есть внешний долг? Это что, богапший Анклав специально сделал, чтобы нанести ущерб нашему государству? Да мы просто дальше смотрели. Всего-навсего. Что по этой железной дороге возить? Я понимаю, это не только на железной дороге, у нас везде проблемы такие. Железная дорога может быть рентабельной сегодня, если по ней будут провозиться примерно 10-15 миллионов тонн груза. Тогда она будет рентабельной, приносить доход. Понятно, что этого сегодня нет. Но в любом случае нам нужна железная дорога, и мы должны были на нее потратиться. А что нам делать с абхазской пенсией? Вот руководителям, которые придут руководить государством, что с ней делать? А что делать с 51 тысячей, цифра эта меняется, получателей пенсии и пособий разного уровня? Что делать с ними? Что делать молодому человеку, который в Ачамчирском районе встал и задает нам вопрос? Он болеет с детства. В строке пенсионного фонда ему положено 150 рублей. Как быть с бюджетом, где мы зарабатываем примерно половину, а половину нам помогает Российская Федерация? 11 миллиардов, ну примерно разделите пополам. Как быть? А таких 11 миллиардов нам нужно вот в ряд поставить, чтобы решать эти проблемы. Где их взять? На мандарины, не сердитесь, не заработает. Даже если все чайные плантации работали, мы не заработали за эти деньги. Даже если отсутствовало бы изрезанность всех мандариновых плантаций, которые были в госсекторе, мы бы не смогли заработать эти деньги. Потому что сумасшедшая конкуренция, просто умопомрачительная конкуренция. Почему мы хотели реанимировать Горчельский шахт? И были уже договоренности с немецкой компанией крупной и с индийской компанией. Индийская компания вообще уже успела сделать нам первый платеж и после 2014 года оставила свои деньги нам и ушла из Абхазии. Уважаемые друзья, ни покойный Сергей Васильевич Багаш, ни Александр Анклав не руководствовались личными интересами при том, когда мы начинали вести переговоры с высшим политическим руководством России на этот счет. И это не мы пришли в Роснефть, постучались и сказали: «Здравствуйте, вот мы из Абхазии хотим добывать нефть, пойдемте с нами». Это были непростые переговоры и с Владимиром Владимировичем, и с Дмитрием Анатольевичем. Мы просили помочь нам, чтобы мы знали, что все-таки у нас есть. Советские данные – это советские данные. Они могли уже устареть. Помочь нам. И было дано поручение. Вот так здесь оказалась Роснефть. С ней вместе. Потом пришла сюда независимая нефтяная компания. Роснефть на море, нефтяная независимая компания на суше. Политические разночтения не должны делить наши человеческие отношения на куски. Упреки ходов, на мой взгляд. И к этому мы должны постоянно идти. Мы не должны эту бациллу передать нашим детям. Не должно быть вражды. Почему в ходе этой предвыборной кампании кандидатам не нравится, когда кто-то начинает
немножко невежливо относиться к сегодняшней власти или ко вчерашней власти. Это нельзя делать, знаете почему? Знаете, просто вам говорю. Пока мы не добьемся преемственности власти, пока мы не добьемся правильной ее передачи от одного руководителя к другому в нашей форме правления, пока этого не будет, никакого единодушия, единосогласия и другого быть не может. Но молодому поколению мы должны передать другой дух. Другой дух. Все равно мы будем встречаться, все равно наша жизнь настолько тесная, она настолько плотная, что мы не можем бросить друг друга, в какой бы партии ни состояли. На мой взгляд, это очень важная составляющая мысли, которые сегодня есть у Олега Нуревича и у Олега Мсасовича. Я уверен в одном, что ваши гости будут знать, сколько стоит слово. В новейшей истории всюду, в мире, в том числе в Абхазии, цена слова заметно упала. Вот и они будут стараться быть людьми слова. Я в этом не сомневаюсь ни одной минуты. У вас сара с расхуфу, у вас сара избот, еха ифтаз фисасва, алхраба амша яй бухи, уй шара ишусу шарей шуалу. Ус нызнала маширши ахалот хабжих таид, апсуа Ибжи тир валазом, вообще абжи тира валазом, абжи ютару, абжи рыштару бабра и то виджа хасва.